Сегодня в Сочи на новой ледовой арене «Айсберг» стартовал чемпионат России по фигурному катанию. За 3 дня в рамках соревнований будут разыграны комплекты наград в парном катании, танцах на льду, мужском и женском одиночном катаниях. По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной, которая выступит на европейском первенстве в хорватском Загребе в конце января будущего года. Об успехах российских фигуристов и новой ледовой арене репортаж Николая Долгачева. Высокие скорости и прыжки, сложные поддержки. На Олимпийском льду в Сочи уже не просто тестовые соревнования. Решается судьба многих российских фигуристов. По итогам нынешнего чемпионата России будет определен состав сборной, который предстоит бороться за медали на европейском первенстве в хорватском Загребе уже через месяц. И, скорее всего, эти же спортсмены будут основой олимпийской сборной. На льду сегодня много перспективных спортсменов, которые надеются показать себя и вырваться в лидеры. Здесь же и легендарный российский фигурист Евгений Плющенко. Условия отличные. Просторный, светлый каток, хорошее качество льда, все отлично. Осталось, как говорится, за малым, откататься хорошо. Ледовый дворец «Айсберг» начали активно тестировать только в этом году, но меньше, чем за 3 месяца здесь прошло уже несколько крупных соревнований. Дворец спроектирован для 2 видов спорта – фигурного катания и шорт-трека, поэтому техническое обслуживание арены очень сложное и занимаются им практически круглосуточно. Мы за короткое время, проведя 3 соревнования, поменяли 3 режима работы. Режим фигурного катания, режим шорт-трека и опять сделали режим фигурного катания. Тот, кто понимает и знает, наверное, будет очень удивлен, что за такие короткие сроки нам удалось все это сделать. Перед новогодними праздниками это последнее выступление фигуристов на льду в Сочи. Следующий год российские спортсмены будут интенсивно тренироваться, как и всегда перед важными соревнованиями. Но впервые все это время они смогут готовиться именно на той арене, где будут бороться за олимпийское золото. Николай Долгачев, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки, Мария Долгачева. Вести, Сочи.